Всем привет, дорогие зрители! Я вернулся в район Махмутла и нашел тут хорошую 2 плюс 1 под ключ. Как бы дизайнерская, сейчас сами увидите. В хорошей локации. Два санузла, два балкона. До моря максимум 420-425 метров. Отмерял по карте купол. Находится квартира между улицами Барбаросса и Ататюрка. Вид на горы. Вот там Ататюрка. Там Барбаросса. Сеть магазинов 3М Мигры с той стороне. Кусочек вида есть на море. Вот глазами я вижу вот это так. Рядом есть известные рестораны. Сеть магазинов Шок, Бим, А101. Хорошая локация, еще раз повторюсь. Подземный проход к морю. Пирс есть. Проекта Конак Тавр. Огромный балкон, который можно застеклить. Будет еще дополнительная комната. Жилая площадь здесь как минимум 100 квадратных метров, так как два санузла. Может быть и больше. Может быть и 99. Вот. Тридцать квадратных метров гостиная, совмещенная с кухней. Полезная площадь. 30 как минимум, там побольше. Бытовая техника фирмы Altus, вся новая. Еще покажу с этой стороны, что-то мигает. Как. Вот. Альпина у нас духовка, плита, вытяжка. Чайник заберем. Вовсе будем чай пить. Да. Телевизор фирма High Level. Вот так, средняя. Прихожая. Какая хорошая прихожая. Итак, сразу скажу цену. 159 тысяч евро. Стоит эта квартира. Звоните плюс 90-555-064-9110. А также подберем другие варианты, какие вы желаете. Вы просто приезжайте в Аланию заранее, напишите мне, что в эту дату приедем. Решим вопрос также с деньгами, если сами не сможете. Деньги есть, квартира найдется сразу. Спальня хорошая. Няшка-мяшка. Здесь где-то у нас 11-12 квадратных метров. Это с пультом. Зинг-зонг. Как там она открывается? Этот пульт, а это что за пульт? Осеке. Что-то не функционирует. Сейчас испорчу. Не знаю, короче, какое что-то там работает. А, вот. Цветомузыка. Проходим дальше. Нишнички. Первый санузел. Ого, вот. Красиво, цветная. Красиво. Потолочек. Душевая кабинка, проточный водонагреватель фирмы Bosch. Так. Хозяйская спальня, родительская комнатка, большая, здесь 15 квадратных метров. Также есть свой балкончик второй, не буду выходить. Вот балкончик, вид. Сторона юго-западная и западная, запад-север, как бы. Кондиционер Хисисенси. Какой-то впервые вижу. Второй санузел полноценно с душевой кабинкой. Так,
Все, я знаю, вам понравилась квартира, она мне очень понравилась. Ну, сейчас вопрос о деньгах. Так, прихожая хорошенькая. Все, спускайся вниз. На этаже у нас три квартиры. Высокий этаж. Вызовем лифт. Лестничная площадка. Такой лифт, вместим 4 человека. Лесенки. Спустился я вниз. Здесь у нас кладовка для велосипедов. Теннисный стол. Такой маленький зал. Айда 400 лир. Такой вот фасадик здания. Бассейн большой. В основном европейцы проживают, иностранцы. Беседка, зона барбекю. Все. Ставим лайки, пишем комменты, подписываемся на наш канал. Если все еще вы не подписались. Все, дорогие зрители, жду звонка. Всем пока. Пока.